Пожарная автоцистерна и машина первой помощи. Это подарки Центрального аппарата МЧС России региональным огнеборцам. В каждой аварийно-спасательное оборудование и системы тушения пожаров. Эти автомобили, как бы, чем хороши? Для городской застройки они имеют короткую базу, то есть довольно маневрированно у них движение, скажем, они могут по дворам проезжать, там у нас такая проблема есть в Рязани, то есть заставленные дворы, вот особенно в ночное, вечернее время, вот как бы такая техника, она более юркая, скажем, между дворами проехать. Вот, ну, как бы и каждый из этих автомобилей обеспечен так называемый ствол высокого давления. Ствол-распылитель высокого давления позволяет при небольшом расходе воды тушить эффективно. Кстати, объем цистерн у этих машин разный – 800 литров и 4 тонны. Связано это с тем, что автомобиль первой помощи ориентирован больше на спасательные операции, где очаги обычно небольшие. Вторая же машина как раз для тушения пожаров большой площади, в том числе и индустриальных и природных. Давно изобрели уже пенообразователь, который как бы обволакивает, покрывает зеркало нефтепродукта пеной и тем самым прекращает горение. Доступ кислорода прекращается, горение прекращается. Пожарно-спасательные машины уже заступили на дежурство и в ближайшее время пройдут боевое крещение. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».